Хана. Хранитель Рахана. Артанис. Амун. Чувствую твои сомнения, страх, одиночество. Ты блуждаешь во тьме. Дай мне освободить тебя, вас всех, от мук этой жизни. Бесконечный цикл раздора и страданий подходит к концу. Твои слова, я Тамун. То, что ты делаешь, ведет лишь к смерти. Я дарую предназначение, конец цикла, навязанного всем вам. Сопротивление и страдания. Все закончилось, Иерарх. Он ушел. Теперь понимаешь, почему тебя нужно отделить от Кхалы. Ее свет угас. Я не поддамся. Я выдержу. Я испытала его гнев. Видела его правду. Если ты не оборвешь связь с Кхалой, тебя придется лишить свободы. Держать в стазисе. Я сохраню Кхалу любой ценой. Если это цена заточения, так тому и быть. И вновь мы посещаем меню ядра. К сожалению, у нас или к счастью, но здесь все так же, поэтому ничего особо сделать не можем. Ну, перейдем далее. Поговорим с тобой, друже. Посмотри, Иерарх. Этот материал самостоятельно восстанавливается. Неудивительно, что тираны считали, что он родом из недавней эпохи. По моему мнению, этому артефакту несколько миллиардов лет, если не больше. В своем пророчестве Зератул сказал, что ключ может привести нас к надежде. Что, по-твоему, это значит? Привести нас к надежде. Похоже на зашифрованное сообщение. Ключ способен управлять потоками энергии, но это не единственное его предназначение. Я считаю, что он также хранит данные о месте своего происхождения. Месте происхождения? Да. Я обязательно узнаю, как он должен привести нас к Зелнага. Удвой усилия, Каракс. У нас мало времени. Ну что ж, так, нераспределенный сларит у нас здесь есть, ключ Зелнага, ну давайте кликнем на него. Поразительно, как тираны, не понимая устройства ключа, смогли использовать его в качестве оружия. Мне кажется, его основное назначение не в этом. Он создавался совсем для другой цели. Вполне возможно, но это и есть твоя задача, узнать, зачем он нам нужен. Ладно, поговорим с ней. Истинные намерения Амуна, когда он обращался через меня. Он говорит о своей великой цели, но на самом деле его переполняет тьма и ярость. И все? Я пожертвовала всем, чтобы познать Иерарх. Наша армия пополнилась роботизированными штурмовыми войсками. Бессмертный либо аннигилятор. Итак, бессмертные. Создают преграду, которая поглощает существенное количество получаемого урона и наносит дополнительный урон бронированным войскам противника. Адун Таридас.
либо аннигиляторы. А теневое орудие наносит существенный урон наземным и воздушным целям, наносит дополнительный урон бронированным боевым единицам. Будем использовать это. Антивоздух, бронированный антивоздух. Это в 10 раз круче, чем просто антивоздух. И в таком случае нам не понадобится использовать драгунов. Ну, точнее, драгунов-то мы, конечно, все равно будем использовать, но... Теперь бессмертные могут показать, на что они способны. Я пожертвовала всем, чтобы познать Кхалу и служить ей. Я не нарушу своих обетов. Даже сейчас. Окейушки. Я увидела истинные намерения Амуна, все, когда понял, он... Все, понял, у тебя только две фразы. Окейушки. Так. Рейнар разделяет со мной горечь утраты Зератула. Логично. Тиранам нанесен сокрушительный удар. Может быть, время исцелит его последствия? Не думаю. Здравствуйте, ваше высочество. Никогда до этого не говорил с Протасом. Если я что-то и узнал от командира Рейнара, Рори Свон, так это то, что наши народы похожи. Я слушаю тебя. Ладно. Итак, артефакт. Ваш ключ уже у вас. Сейчас мы передаем данные вашему инженеру. Спасибо. Передай мою благодарность командиру Рейнару. Непременно, шеф. Шеф? Да, немножечко непонятно для Протоса, что значит некоторые земные выражения, но не беда, научим. Итак, Шакурас либо Гласиус. На Шакурасе мы уже смотрели, а вот Гласиус мы пока еще не видели. Что же здесь у нас? Зератул, друг мой. Ключ, о котором ты говорил, у нас. Но одной лишь веры в спасение недостаточно, чтобы остановить Амуна. Как иерарху мне рассказали местоположение комплекса, где ученые Кхалаи экспериментировали с секретным оружием. Программа создания чистильщиков была возрождена в исследовательском комплексе на Гласиусе. Мы должны получить столь мощную технологию. Ну что ж, давайте получим, но только после того, как с вами переместимся на Шакурас, потому что дарки мне нужны. Неразимы Шакураса ритуально прерывают свою связь с Кхалой. Благодаря этому лишь они из всех перворожденных сохранили свободу. До них нужно добраться, прежде чем это сделает Амун. Ну что ж, давайте воспользуемся нашим шансом, дорогие друзья. Потери огромные. Подожди, мы получаем сигнал. Слава богам! Артанис, ты жив! Матриарх Варазум, что произошло? Шакурас пал. Врата искривления, ведущие на Айру, вновь открыты. Из них выходят полчища зергов и гибридов. Они разрушили наши города, перебили стражей тени. Мы пытаемся эвакуировать население, но я не уверена, хватит ли у нас сил продержаться достаточно долго. Грым, для вас время, матриарх. Тамплиеры уже в пути. Ну что ж, нужно спасти родину отреченных. Мы наблюдали за вторжением на Айю, пока не прервался сигнал. Затем открылись врата искривления. Что произошло, Артанис? С помощью Кхалы Амун подчинил себе тамплиеров. Я чувствовал в себе его безграничный гнев и не мог ему противиться. Зератул нашел меня. А потом он... Что? Он освободил меня. Но ценой своей жизни. Он погиб от моей руки. Это сделал Амун. Зератул пришел предупредить меня, но я не послушал его. Именно поэтому его больше нет. Звезды меркнут из-за этой утраты.
Неважно, кто управлял моей рукой, матриарх. Я чувствую на себе бремя вины. Вот такой вот у нас Артанис. Ну, я, в принципе, с ним согласен. Действительно, в каком-то смысле он виноват из-за того, что не послушал Зератула, когда тот предупреждал его. Впрочем, Зератула считали свихнувшимся. Поэтому, возможно, он и не послушал его речей. Серги продолжают заражать Телематрос. Эвакуация моего народа под угрозой. Твоя помощь придется очень кстати, Иерарх. Ну что ж, давайте поможем тогда им. Весь Шакурас кишит зергами Амуна. Мы удерживаем лишь юго-западный квадрант Телематроса. Но это продлится недолго. Население нужно эвакуировать, но пусковые комплексы заражены зергами. Их могут очистить лишь наземные войска. Когда комплексы будут очищены, корабли смогут покинуть Шакурас через планетарный канал искривления. Значит, мы очистим их? Твой народ будет спасен, матриарх. Даю слово. Ну что ж, раз ты дал слово, нужно какова его сдержать. Твоя воля. Ладно, давайте пока что мы пойдем вперед. В этой битве тебе пригодится помощь моих темных тамплиеров. Они разят из теней, и враги не могут нанести ответные удары. Ну, замечательно. Но не забываем, что если есть какая-то возможность, у зергов есть плетки, которые нас как бы видят. В этих хранилищах лежат запасы солорита, обеспечивавшего Телематрос энергией. Ты можешь им воспользоваться, Иерарх. Да, выполнение дополнительных задач даст мне возможность усилить копье Адуна. В городе осталось два хранилища. Артанис, рядом с тобой открывается разлом. Это гигант пустоты. О, боги! Его цель — канал искривления. Воины, мы должны уничтожить его прежде, чем он разрушит канал. Тамплиеры, сражайтесь как один. Я клянусь. Это еще что за хрень? Ты кто такой? Оу, фак. Так, понятно. Ну, от него тупо надо уклоняться. Ничего сильно страшного. А, отходим. Окей. Ничего сильно страшного на себя, по сути, не представляет. Главное вовремя уходить в бок. Чувак, отстань, пожалуйста, спасибо. Но это ни к чему не приведет, если мы не очистим пусковой комплекс. Больше Виспена. Так, мне нужно больше Виспена, для этого мне нужно больше юнитов. Сумрак. И давайте мы с вами возьмем всех дарков и будем нарезать тут народец. Замечательно. Убиваем все и вся. Тихонечку. Там сям устанавливаем пилончики, например. Почему бы их здесь не установить? Слушаюсь.
Давайте. Минус. Все вернется в пустоту. Минус плеточки. Я думаю, что не все так просто будет, скорее всего. Что-нибудь меня все равно заметит. Сейчас только что. Вообще, оверы меня должны замечать, по идее. Всего лишь видение. Ну и антивоздух, естественно, даже без него-то. Но пока все хорошо, пока все замечательно. А давайте мы призовем еще энное количество игроков. Я выхожу из тени. Так, дорезаем базу. Во имя замечательно. Замечательно, замечательно, замечательно. А, куча. Зергов и куча народу, которые я уничтожаю. Просто великолепно. Так, а вот дальше меня уже видят. Интересно. Сейчас глянем. Я всего лишь видение. Так, и вот сюда. Хатум. Замечательно. Ладненько, давайте мы с вами все-таки сделаем усиление. А здесь у нас драгуны. Замечательно, с одной стороны, с другой не очень замечательно, но все равно нормально. Так. Дарки нарезают. Вины у нас опять летают. Укрепите оборону. Отряд зергов выдвинулся в сторону нашего нексуса. Осторожнее. Ползучие сварки и владыки могут засечь наших темных тамплиеров. Убейте их первыми. Это я уже понял. Я уже понял. Так, давайте тогда все-таки драгунов сделаем. Я вернулся. Не понял, правда, откуда у нас будут эти зерги. Я могу быть полезен. Думаю, мы их перефигарим. Расберу, какова твоя так. Тьма плетет свою. Хорошо. Перебиваем зергов. Пока есть такая возможность. Клинок неразимов. Замечательно. Слушаюсь. И идем сюда. Идем сюда. Я всего лишь видение. Оу-оу-оу, плеточка, это просто ужасно. Хатум. Плеточка, это просто ужасно. Во имя пустоты. Перебиваем. Замечательно. Я клинок неразимов. Умно. Отлично. Ну ладно, я давайте здесь уж видение. Убьем кедрук фигам. И маленьких тоже, ребятишек, убьем. Отлично. Во имя пустоты. Без разницы, что ты меня видишь, честное слово. Второй гигант. Так. Он атакует канал искривления. Слушаюсь. Так, а как мне к нему пробраться-то? Подождите теперь. Мне нужно к нему как-то пробраться. А, кстати говоря, давайте на нем используем наш замечательный удар. Кабул. Да, не сильно, конечно. Я клинок неразимов. Вы занимаетесь, друзья мои. Слушаюсь. Учение завершено. Так, быстренько его уничтожим. Я всего лишь метение. Вступаю в бой. Теперь минус это. Я думаю, что мы довольно быстро его уничтожим. Отлично. Гигант уничтожен. Самое время заняться очисткой пусковых комплексов. Ожидание команд. Страх. Это иллюзия. Окей. Я всего так, лишь здесь все. Давайте. Очистим здесь немножечко. И что мне нужно? Матриарх Варазун. Нужно... Первый пусковой комплекс свободен. Продолжайте эвакуацию. Я выхожу из тени.
еще побольше людей, которые будут мне доставлять все, что мне нужно. И замечательно то, что мы можем спокойно работать по всем целям. Давайте добавим сюда. И нормально будем проходить дальше. Вступаю в бой. По крайней мере, пока нам это удается. Во имя пустоты. Нужно построить больше пилонов. Больше пилонов, говоришь? Да пожалуйста. Замечательно. Всего лишь а давайте дальше. Сюда сначала пройдем. Ой-ой-ой, я не хочу так. О-о-о-о. Вот ты не очень хорошо. Во имя пустоты. Давай-давай-давай, малява. Малявочка. Так. Не успею. Не очень хорошо. Так, замечательно. Здесь мы сделали все, что могли. Обходим. Бам-бам-бам-бам-бам. Слушаюсь. Во имя пустоты. Быстренько перережем. Интересно. Я всего лишь видение. О-о-о. Надо как-нибудь аккуратненько это сделать. Все-таки. Вот сейчас вот здесь вот будем попадать. Очень больно. Слушаюсь. Давайте быстро перережем. Оп. Потеряем, конечно, часть. Но ладно. Неразимов. Оп, открываем еще одну. Замечательно. И давайте здесь еще. Страх — это иллюзия. Так. Мы освободили второй пусковой комплекс. Отлично. Половина комплексов уже отправляет спасательные суда. А мне нужно... Мне нужно что-нибудь, что будет уничтожать... Тьма. Воздух. Вот они было. Так. Давай ты мне построишь роботик. Оно как бы так в энергетическом поле, друг мой. И ты мне построишь потомки. Вступаю в бой. Появился еще один гигант. Вы знаете, что делать. Ау-ау-ау. Минус гигант. Мы выиграли немного времени. Ну, как-то так. Что у нас здесь? Здесь, в принципе, ничего такого нету. Давайте уничтожим воздух уже, чтобы он нам полностью не мешал. Так, что мне надо? Ну, мне, в принципе, нужны имморталы. Они мне определенно не помешают. Давайте мы это поставим. Давайте поставим сразу два. И отправим на добычу. Хотя тебя можно отправить скорее вот сюда даже, друг мой. Так, давайте, где у нас там бамс, вставим. Нужно. И давайте зелков сюда же назовем еще. Ну так, чуть-чуть. Мой путь профан. Сокрыт в тени. Да, пожалуйста, где там? Да. Ты меня открыл как раз. Так, нам нужно уничтожить это и это, да? На наши зомби напали.
Что от нас опутывание скорость притяжения твоего единицы снижена. О боже, что же я буду делать? Я продолжаю сражаться. На наши зомби напали. Нермах. Разумеется, ты вызывал так меня. У нас хорошо есть первый мега-аннигилятор. От них не останется и следа. Так, давайте мы сейчас посмотрим, что же все-таки с нашей беднягой здесь случилось. И поставим две фотоночки. Мы устранили заражение. Осталось очистить последний пусковой комплекс. Замечательно. Еще один комплекс, и все будет закончено. Близится частный удар. Ну, перед этим мы должны что-нибудь полезное сделать. Хорошо. На наши зомби напали. Замечательно, замечательно, замечательно. Что там опять такое? А, ну, ё-моё, я-то думал. Так, давайте последний, причем не помещенный. Это последнее хранилище соларита в городе. Я загружу запасы в солнечное ядро. К тому времени, как наши войска вернутся, соларит уже будет готов к использованию, иерарх. Айур! Замечательно. Так, надо порезать до того, как нас заметят. Отлично. Павшие снова в строю. У нас есть антивоздух и антиземля. А, нет, его надо специально... Я понял. Блин, я думал, что он будет применяться автоматически. Разумеется. Ну, к сожалению, нет, видимо. Во имя многих. Давайте, 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 давайте. Бегом, 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 бегом. Так. Отлично. Великолепно. Меня все устраивает, мне все нравится. И мы проходим и уничтожаем, собственно, здесь все. Все пусковые комплексы под нашим контролем. Матриарх, заканчивай эвакуацию. Ты спас мой народ, Артанис. Твои деяния никогда не будут забыты. Вот как-то так, ребята. Ну что, всем спасибо и пока-пока.